появилась у меня в коллекции вот такая совсем свежая 2-евровая монеточка. Выпустил эту монетку в Германии. Ну, если вот так вот более подробно, что ли. Вот так вот. Страна, эмитент, значит, Германия. Год выпуска 2015, свежайший, можно сказать. Номинал 2 евро. Биметаллическая монета. Вес в граммах 8,5 грамма. Диаметр 25,75 миллиметра. Вот такая вот прелесть чего монетка. Она так-то вот чему более конкретно посвящена. Это есть такие... Германия делится на земли, так скажем, земли. Раньше были королевства, а теперь земли. И вот есть такая земля в Германии, называется Гессен. Хотя правильнее было прочитать Хессен. Гессен – это вот немецкий. Хессен все-таки более правильно. Столица и город Висбаден у этой земли. Земля Хессен находится в самом центре Германии и граничит с землями Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Тюрингия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц. Общая протяженность границ 1 410 тысяч 736 километров. Большие города в Хессене по количеству населения в убывающем порядке: Франкфурт на Майне, Висбаден, Кассель, Дармштадт, Оффенбах на Майне, Ханау, Марбург на Алане, Ветцлар, Гиссен, Фульда и так далее. С 1981 года Гессен разделен на 3 административных округа: Дармштадт, Гиссен и Кассель. Вот в административные округа входит в свою очередь 21 район. По-немецки звучит так: Ландскрейс. 426 общин и 5 так называемых свободных городов. Крупные города делятся на местные округа. Ну, вот такая вот монетка имеет место быть. Она вот то, что изображено на ней, ну, как бы основная достопримечательность Хессена. Это вот то, что мы видим, это церковь Святого Павла. Храм во Франкфурте на Майне. Строилась она с 1789 по 1833 на месте, снесенной в 1786 году средневековой церкви. И до 1944 года являлась главной лютеранской церковью Франкфурта. В церкви Святого Павла с 1848 по 1849 годы заседали делегаты первого германского парламента Франкфуртского национального собрания. Вот после бомбежки 18 марта 1944 церковь сгорела. Однако после Второй мировой войны она была восстановлена. В день сотой годовщины Франкфуртского национального собрания 18 мая 1948 года церковь была открыта под названием «Дом всех немцев» – «Haus aller Deutscher». Deutscher. Вот с этого момента она является национальным памятником и используется главным образом для общественных мероприятий. Например, в Паульскирхе, как она это звучит по-немецки, проводится церемония вручения премии мира немецких книготорговцев. Есть и такое. Так, чем-то особо сильно церковь сильно, ну, особо не прославилась. Церковь, ну, вот такое имеет место быть. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.